Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я хочу продолжить обзор на бренд Sweet Baby. Совсем вот предыдущий мой ролик был на их ультракомпактную колясочку для путешествий. А сегодня мы поговорим про полноразмерную вседорожную колясочку в комплектации 2 в 1. Опять же, за очень мало денег. Я не говорю, что это там вообще дешманская какая-то коляска. Нет, это... Мало денег для такого рода коляски, для такой комплектации, для таких материалов, качества. Поэтому это вот очень такая антикризисная колясочка. На сегодняшний день это очень актуально. И называется она, вот, если я не ошибаюсь, вот коляска итальянская. Я бы это прочитал как Sweet Baby Cupola. Может быть, это купола. Я не знаю, как правильно произносится. Можете исправить меня в комментарии. Но я бы ее назвал Cupola. Соответственно, в начале немножечко технических характеристик. Напоминаю, ссылочка на нее внизу будет в описании на магазин «Первая коляска». Там будут детальнейшие характеристики, циферки, все, что вам нужно будет там. Но основные я вам сейчас назову. Итальянский бренд. Вес с люлькой этой колясочки небольшой, 12,5 килограмма. С прогулочным блоком, к которому мы позже придем, 12,2 килограмма. Спинка здесь у нас регулируется в прогулочном блоке 115-160 градусов. Вполне себе достаточно, на самом деле, для нормального комфортного сна ребенка. С рождения до 4-5 лет можно эксплуатировать. Важный момент. Ширина колесной базы здесь 63 сантиметра. Она вот тютелька в тютельку входит в стандартный лифт. Если у вас, например, дом не новый, двери лифта уже чуть-чуть проседают, иногда они провисают, может понадобиться их немножечко вручную раздвигать, чтобы заехать на этой коляске. Потому что 63 сантиметра – это такая пограничная ширина. Вот. Люлька у нас большая, 76×33, вполне себе отличный размер. И максимальный вес ребенка она выдерживает, друзья, 22 килограмма. Поэтому она там до 4-5 лет. Собственно, приступим изучать ее с люльки. У люльки здесь, кстати, вверху такая резиновая мощная ручка для переноски. Очень удобно. В козырьке у нас есть дополнительный такой отсек, который убирается. Очень здорово. Кстати, материал абсолютно прикольный. Скажем так, в этой цене не ожидаешь вот таких вот материалов увидеть, потому что качественная ткань, очень плотная. Естественно, чувствуется, что она не однослойная, многослойная, не продуваемая, водоотталкивающая. Поэтому мое почтение за эти денежки, очень неплохое предложение. Можно вот так вот сделать. Открыть и, соответственно, летом проветривать. Еще для летнего ребеночка. Сейчас мы в преддверии лета, и сейчас будет очень актуально. Если вы можете положить ребеночка на животик, вот эта секция открывается, и у ребенка будет хороший обзор и еще дополнительная вентиляция. Как по мне, очень прикольная вещь. Сейчас все больше и больше брендов начинают эту опцию внедрять. Но если зимний ребенок, здесь тоже с этим все хорошо. Сумочку пока уберу, к ней вернемся. Здесь есть вот такая вот большая, такой большой бортик, который поднимается. И при закрытом козырьке у нас остается маленькая щель. И ребенок зимой хорошо, нормально закрыт от непогоды. Опускаем козыречек. Сама вот эта накидочка к коляске пристегивается непосредственно замочком. Можно в одну сторону вот так вот откидывать. И у нас вот такой вот доступ к ребеночку. Вот эта секция у нас внутри поднимается. Можно чуть-чуть посадить ребеночка. Матрасик, соответственно. И вот у нее реально очень большой размер. 76, по-моему, да, я сказал. 76×33. Абсолютно полноразмерная люлька. И зимой с хорошим конвертом пуховым, флисовым, там каким угодно, ребенок нормально поместится. Поэтому к люльке здесь вообще в принципе претензий нет. Чтобы ее снять, здесь кнопочки, они с памятью. Соответственно, нажали, нажали, они зафиксировались. И потом поднимаем. Здесь есть такая прикольная опция. Ножки, чтобы ставить люльку на пол, они вот так вот открываются. И мы можем ее ставить и не бояться ничего повредить. Как по мне, прикольно. Так, убираем. И теперь пришло время посмотреть на прогулочный блок. К сумке мы вернемся. Прогулочный блок у колясочки. Оп, открытый бампер остался.
Реверсивный. Мы можем его ставить и по ходу движения, и против хода. Давайте его по ходу движения поставлю. Вот. И начнем опять же сверху. Посмотрим на козырек. Козырек здесь очень большой. Вот эта секция дополнительная. Она закрывается, если надо. Есть окошечко смотровое. Все хорошо. Так, здесь у нас нет никакого окошечка, чтобы смотреть. Из того, что мне не понравилось в козырьке. Вниз он идет тихо, а наверх щелчок. Я думаю, вам слышно. Многим не нравится этот щелчок, как бы ребенка разбудит. Но, как по мне, если ребенок проснулся, тогда нужно эти манипуляции делать, а не во время сна. Поэтому, не знаю, это не такой уж и недостаток, как мне кажется. Внутри у нас пятиточные ремни, мягкие накладочки, все окей. Бампер, если я не ошибаюсь, как калиточка он откидывался, да, он в эко-коже. Эко-кожа и на ручке, причем так с прострочечкой все попытались сделать очень дорого на вид. Вот, кстати, эко-кожа абсолютно нормальная, приятная, вопросов нет. Так, подножка у нас здесь внизу прорезинена, поэтому мыть, чистить будет удобно. А в остальном посадка хорошая, глубина сидения хорошая. И теперь я покажу вам те самые 160, сколько градусов? Да, 160 градусов и вот те 115. Почти капитанская такая посадка, когда ребенок сильно не завален назад. Как по мне, очень прикольно. Так, теперь давайте к комплектации. Здесь действительно очень хорошая комплектация. Давайте я ее назову. Так, муфта для рук, дождевик и туда, и сюда, и на прогулку, и на люльку, сумка для мамы. Вот, накидка на ножке. Вот, например, смотрите, идет в комплекте вот такая вот теплая зимняя муфта. Сюда на ручку она одевается, чтобы вы не замерзли. И руки ваши тоже очень плотные, в эко-коже, непродуваемая, естественно. Ну, круто. А потом у нас будет в комплекте идти вот такая большая сумка. Она действительно большая. Спереди куча кармашков, внутри куча всего, сбоку кармашки. Внутри как раз таки эти москитки и тому подобное. И еще куча-куча секций. Как по мне, сумка, ну, максимально удобная, практичная. Насчет внешнего вида, не знаю, судите сами, но удобная для мамы 100%. Также у нас еще идет вот такая вот большая, теплая накидка на ножке, которая у нас внахлест одевается здесь на прогулку с большим бортиком, опять же, можно его фиксировать. И ребенок как в танке, очень хорошо закрыт зимой. Эта коляска реально хорошо подходит и на лето, и на зиму. В общем, предусмотрели все, что могли. За недорого. Напоминаю, после обзора пройдите по ссылке вниз, посмотрите на цену и на детальные характеристики тоже можете, кстати, ознакомиться. Давайте теперь посмотрим, что у нас здесь в основании. В основании, естественно, у нас рама металлическая. Сборка на самом деле абсолютно адекватная. Вот, естественно, вот такие вот вещи, как люфты в телескопических ручках, сейчас я про нее расскажу, это нормально в любом ценовом диапазоне. Поэтому придраться здесь особо к сборке не получается. Нормальный большой багажник с доступом и спереди, и сзади. Вы видите, сбоку сеточка высокая, сбоку ничего не вывалится. Единственное, вот здесь бы я хотел бортик побольше, но если бортик сделать здесь больше, будет доступ плохой в багажник. Поэтому такой небольшой компромисс. Тормоз у нас нормальный. Сверху и снимаем с тормоза и тормозим. Все хорошо. Колеса у нас надувные. Едет тихо, мягенько. Амортизация у нас есть на всех четырех колесах. В общем, все хорошо. Так, по поводу ручки. Она телескопическая. Диапазон регулировки здесь очень большой. У меня 186 рост. И... мне, как я всегда говорю, любая высота ручки подходит, руки длинные, но под любой рост можно здесь реально подобрать высоту ручки, вообще без проблем. А теперь давайте посмотрим на то, как она складывается. Она складывается вместе с прогулочным блоком, закидываем его сюда, ручку опускаем вниз, нажимаем здесь вот кнопочки и опускаем. В самом прогулочном блоке снизу вот здесь есть ручка, за нее берем. Все, как по мне, прекрасный показатель. Опять же, в этом ценовом диапазоне, ну реально, очень хорошее предложение.
Вот. Единственное, производитель дает 6 месяцев гарантию. Гарантия не очень большая, но если что-то ломается, обычно это происходит в самое первое время эксплуатации коляски. Если какая-то болячка есть, она вылезет. Вот. Если она за полгода не вылезла, при должном уходе никогда не будет никаких проблем, как показывает практика. Вот так вот лежим с полностью открытым козырьком. Собственно, и все, друзья. Всю информацию, которую я хотел донести, я вам донес. Надеюсь, вопросов у нас не вас не осталось. Если остались, задавайте в комментариях их, я на все отвечу. Вот. Напоминаю, ссылочка на эту коляску будет в описании. Коротенькое мое мнение. Идеальное соотношение цена-качество. Она реально недорого стоит. Сейчас вот что-то подобное, вот если вы хотите получить от коляски, что вам дает эта коляска, вы получите где-то в два раза большей цене. Ну, серьезно, пройдите по рынку, посмотрите, я не шучу. Поэтому я и говорю, антикризисный вариант, добротно, хорошо сделан. Вот, поэтому почему бы мне ее вам не рекомендовать. Но выбор, естественно, за вами, а я лишь хочу пожелать вам сделать хороший, грамотный выбор. И удачи на дорогах, всем пока, до новых встреч.